Весь день было пасмурно, но как только я рассадила свеклу, вылезло солнце. Что теперь моя свекла? Встанет? Нет? Ай, вообще. Утро, как всегда, начинаю с обхода. Сегодня начну с теплицы, потому что здесь наконец-то начали поспевать огурцы. Уже июль месяц, и я только-только начала в день собирать там хотя бы по 5 штучек огурчиков. Конечно, у нас ураганом крышу снесло, но все равно, тем не менее, я всегда выращивала огурцы вообще в открытом грунте. И в июле у меня уже было огурцов столько, что я делала заготовки. А в этом году посадила сорт Бинго. И надо же, угораздило меня посадить только эти огурцы. Надо было хотя бы 2-3 сорта посадить для сравнения или там для подстраховки. А у меня вот только Бинго и все. И я очень ими недовольна, конечно. Только-только вот спала жара, и они начали выращивать наконец-то огурцы. И я тут не вижу никаких пучковых завязей. Ну, по 2 огурчика бывает, вот. Но будет ли? Не отвалится ли он? Потому что вот, посмотрите. Да, он уже засыхает. Один-то вырастил огурчик из 2, а второй засох. Не знаю, чего им не хватает. Конечно, этот год такой климат аномальный, а лето. То жарко, то те проливные дожди. Но тем не менее, все-таки я считаю, что огурцы достаточно высокие уже, достаточно развитые, чтобы нормально плодоносить. Так что эти огурцы я никому не буду советовать, несмотря на то, что из каждой дырки про эти огурцы кричат «Бинго, бинго!». Нет, мне они совершенно не понравились. Заодно тут давайте посмотрим перчик. В этом году у меня 3 сортов аж перец. Обычно я выращиваю только один сорт. Вот он у меня вот здесь вот растет. Высокий уже достаточно. Кто-то спрашивал их высоту. Ну, обычно я в открытом грунте выращиваю. Это первый год у меня в теплице. Но они ничем не отличаются пока что. Может быть, они к концу лета еще подрастут. Но обычно они у меня вырастают вот метр. И вот они уже... Плоды есть уже на нем. По 2-3 плодика. Вот. Уже выращивают. Есть у меня также перец гагашары, который, ну, очень сильно отличается от моего перца. Ну, какой-то он мелковатый, мелкие листики. В общем, по сравнению с моим, вот он там вдалеке, да, вот этот гагашары намного ниже. Но есть у меня еще вот один сорт гигантский. Длинные такие перцы, тоже сладкие. Не знаю, я первый раз их посадила. Посмотрим, как очень большие, высокие. Вот он мне почти по пояс, наверное. Уже 1,20 м, наверное, вымахал. Вот такие вот у него будут перцы. Если понравится, оставлю на семена.